Телеканал КРТ представляє. В фонді Госрезерва провели аудит и выявили крупную недостачу зерна. Рука Кремля. Нет политической воли у грызунов. Могли хоть половину оставить, они же все подчистуют. Как-то просто... Не очень рад. Есть конспирологические теории. Мы мегагосударство аграрное, но еще и космическое. Одесская область. Будет построен космодром. Члены нацсовета реформы принимают участие в его работе на общественных началах. Поднимаемся уже до маршрута. Нет, ничего там, когда мы... А Трамп заявил, что его не прятали, а он пришел посмотреть. А на самом деле это все за деньги американских налогоплательщиков. Заседание наше РАН. Вот для кого работает телеканал РАДА. Это не бардак, это искусство. Все волонтер-активист. Все признаются. Знаете, ювелирный комплект, сережки, кулон, браслет, каблучка от Тиффани. Вырежите это, пожалуйста. Так как у меня планшет, поэтому тут и я. Доброе утро нашим телезрителям. Сегодня в субботу ваша любимая передача «Три кандидата». И сегодня у нас в гостях неповторимые... Ваши ведущие, любимые. Ведущие. Потому что больше никому не надо их повторять. Владимир Полуев и Анна Степанец. То есть просмотр не повторяйте. По вторникам самое, как вы говорите, просматриваемое рейтинговое. Главное ток-шоу страны «Пульс». То есть он с этим не согласен. Слышишь, говоришь, как вы говорите. Понятно. Я цитирую оригинал. Кирилл, не так. Так называемое самое рейтинговое шоу. Самопровозглашенное. И это утро бодрым. Нам, как всегда, делают нашу кофе Эль Кафина. Спасибо Эль Кафина за это. И мало кто знает, что у нас коньяком с утра. Да, это секрет. Не коньячок. Эль Кафина молодцы все-таки. Да, вот знаешь, это... А ей закусить. Занюхай телефон. Да, я еще добавлю нашим зрителям, что у Вовы и Вани еще есть прекрасный свой YouTube-канал «Смотрящий», где вы тоже можете черпать... Смотрящий эксклюзивный материал. Да, смотрящие нужно смотреть. А вот. Кто очень сильно смотрящие любит, это да, зрители, бодрящие, да. Любит нашу программу и любит ребят, я думаю, что мы и к вам в гости заглянем, поэтому можете увидеть и нас потом на канале у ребят. Хитренько может быть. Да. Обязательно. Вы нас кофе, мы вас в ответ чем-то конечно покрепче. Напитки покрепче, слова покороче. Погнали. Что там у нас? Да, ну, наверное, начнем с самой неполитической, но долгожданной новости этой недели. Это... то, что Илон Маск наконец покорил космос. У нас есть маленькое видео, мы сейчас его покажем, о том, как впервые состоялся пуск частной ракеты. Но он, конечно, не является впервые, потому что впервые это сделал Юрий Гагарин. Но вот нечто подобное Маск наблюдала вся тоже страна. Маск тоже может, сказал, поехали, и махнул рукой. И отправил Теслу. Да. И Дональд Трамп махал так с балкона. Сейчас нам видео поставят. Вот, оно даже сзади идет. О. Ну что, вы какие смотрели? Какие у вас впечатления? Ждали. Конечно, следили, конечно, ну, конечно ждали. Это как, окно в 60-е. Вот первая мысль у меня была та же самая. Помню, как в 60-х сидел, смотрел, прямая трансляция, вот то же самое. Того, что ты палишься вообще? То есть это не окно возможности, это форточка возможности. Это, знаешь, это вот теперь мы понимаем, что такое back to USSR, да? Ну, наконец-то, look how lucky you are, да? Наконец-то мы все, собственно. Трамп стоит, Пенс стоит, все довольны. У Трампа. Нет, ну, уже на самом деле это же круто. Это полигон, что, подожди. Можно сколько угодно говорить о том, что да, это там Маск гениальный пиарщик, маркетолог, что на самом деле здесь вопрос даже не в технологиях. Ну, конечно. Но сам факт того, что фактически все люди на Земле, ну, очень многие, следили за полетом в космос, и многие стали мечтать полететь в космос опять. Ну, это же, мне кажется, круто. Нет, это круто. Потому что последние годы как раз с космическими какими-то программами, ну, не складывалось. Нет, ну, у кого не складывалось, у кого очень даже неплохо. Все, у кого есть 55 миллионов долларов, они могут как туристы создать космос. В кармане для мелочи обычно. Да, на самом деле, мы уже готовы, мы сейчас заправимся кофейком и полетим. Но на самом деле, слушайте, просто это, вы говорите, Трамп стоит, вот нам сейчас покажут опять этого замечательного человека красивого с прической, развивающейся, знаешь, как это, во время полета шевелюрой, да, уже космический размах. Вот, но это Трамп стоит, вы говорите, Рогозин лежит. Мы же понимаем, что даже, значит, Илон Маск вспомнил об этом батуте. Потому что когда вы говорите, что космические, вот Вова говорит, космические программы не развиваются, на самом деле Рогозин же объяснил, что своим батутом он так испугал американцев, что они оставили их в покое, значит, на эти сложные санкционные годы и дали возможность развития их
их космической отрасли. Если бы про батут не было сказано, ребята, то еще бы не было. Ребята, а вас не смутило, что вот Вова говорит, что кофе с коньяком? Мне кажется, у Ани с каким-то более серьезным топливом, потому что сейчас кофейку, говорит, выпьем и полетим. Она опережает нашу ленту новостей, потому что действительно Рогозин в 2014 году, когда ввели санкции против Российской Федерации, говорил, что американские астронавты на МКС могут на батуте летать. А Маск оказался человеком злопамятным, да, и вот припомнил ему это в субботу, вот, о том, что батут работает. Ребята, если вот ты говоришь про 60-е возвращение, вот если кто-то захочет посетить, у нас есть музей космонавтики в Житомире, между прочим, у просто нас... кто в курсе. Ничего себе. Да-да-да, и там есть очень интересная среди всех экспонатов. Информация прозвучала на правах космонавтики. Конечно, конечно, но все-таки Украина космическое государство, я напомню. Не только мега-агро-супер-пупер государство, как там ракета была, супер-пупер ракета у Трампа, мы мега-государство аграрное, но еще и космическое. Там есть шикарный костюм, ребята, из оранжевой клеенки, называется лосось. Я смотрю, ты шаришь косплеем. Да, конечно. А борщ в тюбике, между прочим, это же просто как бы самое оно. Так это можно попробовать? Нет, борщ в тюбике можно посмотреть и в музее КПИ. Борщ в тюбике, да? Нигде, даже в Штатах я была в музее там самом знаменитом. Да, не дают эти тюбики, просто показывают их. Пока. Под стеклом они там стоят. Она очень дорогая. В Одессе, кстати, делалось. Серьезно? Ну да, на консервном заводе. То есть потому что она делалась в Одессе, поэтому ее и не дают. Продают. Ее только показывают. Слушай, а вот ты вспомнила про Житомир, про музей космонавтики в Житомире. А вы знаете, что выходец из Житомира был единственным... Нет, не просто в команде. Был единственным украинцем, который был отобран для полета на Марс. Вот. То есть вот готовили экспедицию к Марсу, там по всему миру Королёв, проводили отбор. Еще только Данюк, у нас еще один. Конечно. Ну, правда, пока не сложилось с этим полетом, но тем не менее. Ну, видите, ну в команде, слушай, с этим-то не сложилось, но с тем, чтобы побывать в команде Маска и приложить свою, так сказать, руку еще и мозг к созданию вот этого чуда, о котором мы говорим, житомирянин смог. Ну, правда, парень. Ребята, музей реально прекрасный, и не зря Житомир, Житомирская область считается космическим краем. При въезде написано Житомирщина, Батьковщина Королева. Так что на секунду. Ну слушай, ну посмотри, какая история. Пиар можно было делать, Маск отдыхает. Раз вы же любите, вспомнили Суи Черновецкого, то у нас даже есть картиночка. Но она не сильно его касается. Она касается того, что наш секретарь СНБО сказал, что в Украине создадут министерство по развитию космической отрасли. И вот некоторые СМИ подшили, да, все это фотографии нашего бывшего градоначальника. Это еще мелочи, потому что в Одессе местная власть где-то полгода назад обещала, что в Одесской области будет построен космодром. Где? Они еще не решили. Понятно. Это уже не важно. Космодром Лонжерон, как он будет называться? Не знаю. Мне просто интересно. Должно быть как-то звонко, красиво. Вы, Михаил Михайловича Черновецкого в Киеве говорили, что космодром будет на Чайке. Слушайте, а оказалось, что Крещатик. Нет, это имеется в виду Чеховская Чайка, наверное. Вова, ну ты как одессит. Ну какие локации есть? Ну просто это Дерибасовская. Как оно может называться, этот космодром в Одессе? Слушай, называться он может сколько угодно, но я уже представляю, сколько денег на него распилят, и в итоге он так и не будет сдан. Ну, я думаю, что... Это украинские реалии. Я думаю, просто будут снимать на Одесской киностудии. Хроники, хроники! Там и разместят! Многие вот эти кадры, которые мы с вами видели, тоже есть конспирологические теории, что их тоже сняли до запуска. И эти тоже? Вот, которые мы видели с Маском. Так же, как на Луну, да, слетали? Ну, вот с Маском... Это вот тогда и сняли. Господи! Только сейчас обработали видео. То было на студии Universal, не путай. Там один был момент, когда даже видео перерывалось, если вот вы смотрели, да, когда отсоединялись вот этой ракеты, там, некоторые части. И вот некоторые подозревают, что и потом было включено монтаж, что это все как бы не все так вот однозначно с этим запуском. А потом показывают, как это хвостовик должен садиться на эту морскую платформу, а потом бац, и сразу он из-за кадра стоит на платформе. Это 30-секундная пауза проплачена Рогозиным. Мы воспользуемся. Батут убирали просто. Еще конспирология. Я читал одну из немецких газет. Они вообще написали, что вот Маск скопировал свою ракету. Это на самом деле копия Союза. Подождите. А немецкая газета могла бы написать, что копия ФАУ. Немецкая написала, что копия Союза. Не, вы понимаете, это очень смешно, мы ржем с вами. А на самом деле, пока Кирилл про министерство это считает черновецким, наши КБ Южные продают чертежи советской ракеты за 300 тысяч баксов немцам, понимаете? То есть это же трагедия на самом деле. Да, конечно, да. Вот и все. А мы тут о ракетах, о миллионах, и там сколько, значит, десятков миллиардов.
капитализации вот этого масковского этого всего детища. Проекта. Ну, кстати, да. он только в Калифорнии он получил около 5 миллиардов от государства на этот проект. Алексей... Ну и плюс там же НАСА им помогала и передавала технологии, У нас просто Алексей, он ярый критик и противник Маска, он считает, что это все... Какая-то конспирология, обертка успеха, да. На самом деле это все за деньги американских налогоплательщиков. Маск смахнул скупую слезу в этот момент, мне кажется. Маск сорвал маску и включил нашу передачу обязательно. Илон, привет тебе. Подписывайтесь. Но он же, кстати, любит русский язык. Вы знаете, он же любит говорить, что мне нравится русский язык. Он же в Твиттере с Рогозиным даже переписывается. Видите, выходец из Южной Африки, оказывается... Космос, connecting people, конечно, да. Конечно. Не, ну выходец из Южной Африки, я же знаю, что о чем сейчас мы так часто вот слышим, что уже человек приехал, иностранец приехал в Штаты, вот она, американская мечта, правда? Да, и смотри, что ему как бы удалось сделать, и еще и государство помогает. А у нас Черновецкий. А здесь тогда вопрос, а какая украинская мечта? Ну, давайте подумаем, Кирилл. Украинская мечта, ты уже, подглядываю. Аграрно-космическая держава. То есть мы могли в космосе... Зерно выращивать. Почему? Да, ну, вот есть же фильм «Марсианин», когда картошечку на Марсе это выращивали. Вот. Я думаю, что мы должны пшеничкой-то засеем все. Мы так с тобой жить, как на Марсе яблони будут расти. Есть еще, помните, советская фантастика «Звезда Кэтс». Да, если вы помните, советская фантастика «Звезда Кэтс», там, где была такая вот огромная орбитальная станция, где выращивались растения всякие. Это еще советские мечты, не знаю, 30-х, 40-х годов. Я думаю, можем отправить чернозем на Луну и там тоже начать потихонечку захватывать территорию. То есть туда бросать чернозем. Вот каков рынок Земли, да, будет? Планетарный рынок Земли. Кирилл, так может ради этого все задумано, из Украины туда бросать землю, там понемногу... Подбрасывать на батуте, на батуте. Не, у нас катапульта будет. Катапульта. В Одессе будет установлена космическая катапульта. Вот, уже бизнес-план. Черноземчик туда садить. Запрет на продажу. Нет, туда не черноземчик, а песочек, это беленький. Так, песочка у нас и так мало бывает. У нас же запрет на продажу иностранцам, а на продажу инопланетянам нет. Кстати. Поэтому руки развязаны. Какой? Вот он, агент рептилоидов среди нас, посмотрите. То есть, подожди, получается, те космонавты, которых Маск отправил на МКС, как раз и будут скупать Землю? Космические заробитчане, да-да-да, поехали на заработки. Такие высокооплачиваемые. Кстати, еще одна новость недели у нас. Довольно такая знаковая, что в Соединенных Штатах начался Черный Майдан. Вот. Ну, то есть афроамериканский. Настоящая, если политкорректно говорить. Да. Вот. Во время которых происходили массовые погромы, но самое интересное, что охрана прятала Трампа в секретном бункере Белого дома. А могла ведь его тоже в ракету и в космос. Так, собственно, как вы думаете, чем могут закончиться все эти погромы, протесты? Трамп заявил, что его не прятали, а он пришел посмотреть на бункер. Но закончится тем, что Трампа все-таки перестанут прятать на бункер. Нет, он сказал, что это... Или скажут, господи, ну спрячьте его уже. Он сказал, это все фейк-ньюс, что он слишком мужественный, он пришел посмотреть на бункер. Ему вот первый раз показали бункер Белого дома. То есть Трамп как Чак Норрис. Да. Это не Трамп прятался в бункере, это бункер прятался с Трампом. Но CNN считает, что Трамп прятался, а у них там своя подача материалов. Да, Трамп считает, что это он как бы там наблюдал, ходил. Fox News считает, что Трамп все там, значит, весело ценил, да, и утвердил. Спас мир. Разогнал протесты взглядом, действительно. Это тучи руками, протесты взглядом, ну, по-трамповски, да. Ну, по-фокс-ньюзовски, скажем даже так. А параллельно еще какой-нибудь конкурс красоты, да, правил? Конечно. В бункере. Конечно. Но мне кажется, что Трамп отвлекал вот это все, вот с участием в запуске, он отвлекал американскую общественность от ситуации с протестами. Ну, что-то плохо отвлекалось. Ну, как получалось. На самом деле, ситуации в Броварах с перестрелками, я думаю, что вот эти. Это Маск от Броваров отвлекал, на самом деле. Мы же смеялись, что почему ракета с первого раза не улетела, потому что в тот момент Шмыгаль не открыл воздушное пространство. Все, нельзя, никто не летит. Соответственно, так и тут, как бы, конечно, только броварами, как можно еще отвлечь. Ну. То есть мы еще и шмыгали в ракету с Трампом, да? И запустим. Ну тогда, я думаю... А вернется только один. Кто же? Ваши ставки, господа. Кстати, если бы у Маска был спичрайтер Петра Алексеевича Порошенко, его бы, наверное, фраза про батут начиналась бы со слов «Цео статочно прощавай». А Трамп сказал бы «дякую». Да. А пресс-релизы о Майдане, значит, чем бы там начинались? «Прощай», «немытая». Да, «немытый союз», 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 «немытый союз»,
Не, можно было бы еще сказать, что вообще вся эта компания Маска будет либо Маск, либо Путин. Вот. Выбирайте. Так, одно из двух. Да. Ну да, либо там это, Рогозин. Рогозин прям ложится вообще. Раз мы уже начали про полеты, к протестам в Лос-Анджелесе присоединился не кто-нибудь, а Бэтмен. И у нас есть это видео от режиссера. Вот. Этому городу нужен герой. Мне кажется, стильно, модно, молодежно. А женщина-кошка там была? Следующая передача. Женщина-кошка в бункере с Трампом. Да, однозначно. Так, слушай, Трамп неплохо в бункере устроился, я тебе хочу сказать. Нет, ну смотрите, ну разве это не знаки последних дней? Уже Бэтмен вышел. Кого, Соединенных Штатов? Просто, ну мне кажется... Следующий Супермен. Ну, подождите, ну, а давайте тогда эти всадники апокалипсиса вот надо их как-то перечислить. Бэтмен просто уже по жизни крыса, что вы хотите? Ну, вы как бы... Мне кажется, летучая мышь, так вот кто зерно у нас съел, да, 2700 года. Один из всадников апокалипсиса по фамилии Байден может не добежать до конца апокалипсиса. Ввиду преклонного возраста. Вы думаете, его это, преклонный возраст все-таки добьет? Кирилл еще, он фанат же Байдена. Фигурально. А Кирилл за Байдена? Я считаю, что его вообще не выдвинут даже на праймарис, что придется искать замену его, потому что он забывает про выборы. А это вообще еще возможно? Мальчики в детском садике обычно спорят, кто круче, там, хищник против, не чужого. Знаю, там, чужого, да. У нас вот мальчики спорят, Маск против Байдена, или кто кого, да. И строгая Саша такая, мальчики наказаны, стали в угол. Я Кирилл против Леша, потому что раз ты за Байдена, мы знаем, за кого Якубин. За Бэтмена? Бэтмен против Супермена, опять-таки. Демократы придут, порядок наведут. И мы можем вспомнить, что ведь по вот этой версии, да, существующей, что корона, как бы вирус от летучей мыши, и тут Бэтмен выходит. Вот это глубоко копаете, господа. Аналитика, чувствуешь? Это же все-таки юмористическая, аналитическая программа. Тут как бы надо чувствовать. А Аня вспоминала вот про Китай. Вы же помните, да, как Соединенные Штаты Америки всегда критиковали Китай за то, как они поступают с протестующими. Необходимо уважать права человека. А тут Китай решил ответить таким же троллингом. И говорит, Соединенные Штаты Америки, вы обязательно должны уважать права человека, участников акции протеста. Там все проще. Просто те, кто мародерит, их коронавирус не берет, они так считают. А они без масок уже идут. Они берут все, до чего дотянутся. За масками идут в магазин. Просто маской может служить все, что попадется под руку. Штаны, лифчики. Машина, например, да? Шуба, кстати. Стиральная машинка, закрыл лицо, ничего не видно. Завес спрятался. Кожаные куртки, три, да. Нет, это стиралка, как бункер может вообще выступить. Спрятаться в стиралку, если большая. Не, ну мне кажется, или как ракета. Или как ракета. Как разогнаться, знаешь. Мне кажется, на самом деле, просто еще вот этим протестом некоторые просто пытаются, как сказать, воспользоваться для того, чтобы получить какие-то товары, которые они, например, ну так бы, может быть, и не купили бы. Под шумок. Более того, я даже видел, что вот у нас, знаете, есть такой стереотип, что это обязательно темнокожие должны разбивать, а на самом деле очень многие белые делают так же. И я даже видел видео, когда белый скейтом бьет витрины, и его темнокожие останавливали от этого. То есть они говорят, что ты делаешь? Зачем ты бьешь, разбиваешь витрины? Темнокожие под белых уже косят. И желание помародерствовать, оно же все-таки, мне кажется, не зависит особо, правда? Да, не расовое. Там же есть даже такая категория людей, которые даже не столько хотят там что-то забрать из магазина. Они просто идут от магазина к магазину, разбивают окна, а за ними уже идут и набирают. Да, вот, кстати, Саша... Желтые жилеты. И эти люди нам очень правильно, да. Подготовилась. В горчичном таком. И эти люди нам запрещаются ковыряться в носу еще. А мы эти спайдермены, бабочки и вообще и прочее. Флора и фауна, она, знаете, наступает. А в Нью-Йорке, кстати, даже вот мы уже начали с Бэтмена, подражают фирму Джокеру и залазят на полицейский автомобиль. А Рогозин, помните, как троллил-то этот Джокер? Вот. И тут Рогозин. И тут Рогозин. Спонсор выпуска. Пускай Рогозин, вам здравствуйте. Кстати, если Рогозин нас запостит в Инстаграме, конечно, друзья, кстати, может же, да, господин Рогозин? У него много подписчиков. Если много, то может запостить. Нет, вообще, ну вы помните, я же просто человек, читающий Алёша Инстаграм Рогозина каждое утро. Сначала как звучало, подожди, как звучало? Аня пишет просто. Слушай, как звучало, я как человек читающий думаю, вот сейчас Аня нам какие-нибудь цитаты великих Инстаграм, и ты думаешь, ну да, ну да. Не просматривай, а читай.
читаешь. Там еще можно почитать. А там еще и пишут. Там еще и пишут. Ну да, но вот это видео, где, значит, кадры, нарезочка из фильма «Джокер», финал, и действительно вот эти протесты. А, кстати, он, по-моему, один из первых запустил, и это вот стало вирусным таким видео. Да, просто миллионы-миллионы просмотров, что вот вам, пожалуйста, вот просто один в один, и насколько это все пророчески, и насколько это все было смоделировано, предсказано, и кем-то срежиссировано. Да, макет поведения. Да, то есть это опять-таки какая-то конспирология. Ну, раз так, ты... А чем все закончится, ваши прогнозы? Как чем? Выборы пройдут, все закончится. To be continued. Конечно. Раз начали тему видео, у нас есть видео вот о том, как Киев у нас последние недели ежедневно погружается под воду. Вот Кирилл Хитов переключил. Правда? Апокалиптика продолжается, да? То есть теперь потоп у нас. Да, вот потопы — это Киев. И то уже... выйдем из студии, и надо гидрокостюм надевать, конечно, да? Уже? Есть злая шутка. А у тебя с собой? Есть злая шутка. Знаешь, как у Супермена всегда. Давайте попросим Вову продемонстрировать. Просто сняйте. Мы же не зря записываем передачу на втором этаже, понимаешь? Чтобы можно было сразу щучкой прыгнуть. Можно написать «Одесса». Вот так огромными буквами. «Одесса Мэн». Алексей, у нас есть еще злая шутка. О том, что если сезон дождей, уже как в Азии, сезон дождей. Если сезон дождей будет слишком долгим, через пару месяцев в этих местах можно будет выудить рейтинг Виталия Кличко. Леша, тебе эта шутка адресовалась, заметьте. Так что передай, пожалуйста, в мэрию о том, что... Леша и будет с удочкой. Со второго этажа мэрского кабинета. Леша скажет, ливневки почищены. Все проинспектировано. Рыбка под названием рейтинг. Ну, да. Кстати, рыбки не одним дождем. Не одним дождем. Под Киевом, в поселке Демидов, 40 километров от столицы, выпал летний снег. Тоже есть видео. Как вам снег? Вот, вон. Снег? Вон, снежок. Прекрасно. Под Киевом. На днях выпал. Может, это, какие-нибудь колумбийские туристы просто насыпали. Оставили колумбийский снежок. В этом случае, знаете, так, почему так жесток снег? Мне очень понравилось, как, по-моему, страна UA написала, что выпал первый летний снег. Да. То есть оптимисты, ребята. Теперь мы будем петь так, это летний снег. Снежниками просто. Кстати, если это колумбийский был снег, то я не исключаю, что это могла быть спецоперация аваковской нацполиции, которая после этого уже не проводила никакие спецоперации. Нет, потом надо, знаете, как отслеживать? Просто по рекрутинговым агентствам, если в МВД нужен будет диджей, вот, или там кто-то там обеспечивающая машина. Снегоуборочная машина. То есть совещания теперь превратятся в open air. Конечно. Что наш коньяк в кофе, собственно? Да, надо переезжать в Демидов. Кстати, снег еще выпал на этой неделе в Карпатах. И полностью заснежил гору Пип Иван. Фотографию. Ну, тут плохо видно, потому что там снег. Так ты же у нас любитель лыж. Почему ты еще не там? Почему не катаешь? Не доехал. Я не согласна с твоим вопросом, Вова. Потому что у меня вопрос, почему наше выездное заседание не в Карпатах? Что такое вообще? И без снега. И без снега. Нет, ты будешь... Только кофе. Да, вот каких-то таких рождественских уже готовится. То есть это зимний корпоратив. Говорите там... Глинтвейном. А помните, говорили, нам зимой говорили, не хватает снега, нету снега. Получите, вот, и распишитесь. Вот, получите, но, летом. Нет, ребята, мне просто кажется, что снег в этом году покупали на Прозоро. И немножко затянулся тендер, вот чуть-чуть. Просто пока купили, оформили... Это в рамках медреформы. А потом уволили Нефедова. А потом хлоп, и еще как бы... Вы хотели, получите, да? А Нефедов, слушайте... Весь снег с собой забрал? Да. Я побоюсь спросить, куда он его с собой забрал. Ну ладно, не будем об этом. Он спрятал в своей бороде. Ну, у него же борода. Как возили, знаете, обычно... Сидя на бороде, теперь... Как возили вот эти перевозчики? Мы же помним, в чем они возили многие... Мне просто интересно теперь. Нет, мы не можем. Скажите нам, Алексей. Так вот почему ты в бороде. Алексей, ты какие фильмы смотришь? Кирилл знает. Нет, Леша, ты как носитель бороды... Да. Должен нам рассказать, в чем... Вова тоже. В чем сила? Смотри, как Леша съезжает с темы. И когда у вас уже будет борода, как у Нефедова?
А у него, кстати... Вот когда будет у нас столько снега, тогда и поговорим. Слушайте, я только сейчас поняла, у него же седина такая в бороде. Конечно. Это правда? Конкретная? Это вот, вот эта белизна теперь понятна? А ты думаешь, легко вот на таможне работать? Вот мне понравилось тяжело. А думаешь, тяжело на таможне работать? Я думала, кто-то... Саша, почему они не говорят о том, что седина в бороду, собственно... Без ребра. И без в гей-клуб, извините. Вырежите это, пожалуйста. Хорошо? То есть такие не в ребро, да? Кстати, Нефедов вчера жаловался, что, дескать, после того, как его попросили на выход, план по таможне снизили почти на 6 миллиардов, поэтому сейчас мы этот план перевыполняем. А знаешь почему? А он не мог до этого додуматься, да? На фоне снега план уже не котируется. Да. Ой, про спецоперации. Давай. Боже, тогда снег был спецоперация. Спецоперация еще была другая. Спецоперация была... Петр Алексеевич. Спецоперация была в самом бандитском украинском городе в Броварах, где маршрутчики со стрельбой делили территорию маршрутных проездов. Сейчас жители Броваров просто обидят. Вообще просто. Ни за что. Кирилл, ты случайно там собираешься туда заезжать? Я сейчас собираюсь показать нашим зрителям кусочек этого видео, чтобы они знали, какой город надо объезжать. Конечно. Когда он просто сказал это, какой Бровары. Город нужно объезжать, Алёша говорит, да. Может заезжать, но конечно. Он, по-моему, хочет обесценить там просто землю и прикупить участочек. Мне кажется, что Кирилл не такой... И построить там объездную дорогу. Точно урят Гончарука. Большая стройка. Заволновался Крикли где-то. Да-да-да, мы его в следующий раз позовем, он нам отчитается о большой окружной вокруг Киева. Ну, кстати, зовите. Не, ну, а, кстати, а как вам вот эта ситуация действительно в Броварах? То есть нанятые люди по 800 гривен. Вот вы в это верите? Дешево? По 800? Да, это... в день. Слушай, вот эти с автоматами. Да, так, и более того, извиниться. А, подожди. Да. Да. И в Алексей, этой, в охранной структуре. Алексей, им 800 да, платили да, на выходе или это 800 было на входе? Чтобы понять, куда разница делась. Алексей, не болись! Давай так, а что такое вход, что такое выход, Кирилл? Бухгалтер по смете раздает. А там, когда от Винницы до Киева... Он ивент-менеджер, знаешь, он сразу все знает, как бы... Вот кто массовку сгоняет. Нет, слушайте, ну на самом деле, меня больше всего смущает... Допустим, собрались вы там переделить какие-то потоки, разобраться между собой, даже пострелять друг друга. Да. Извините, нафига это делать в городе, в жилом районе, где вы явно попадете на камеры и где это явно будут разгонять. А вот но это перформанс. Ребята, вы понимаете, что вообще перестрелка проходила? Как раз рядом школа находится и детский сад. Я знаю. Как раз в том-то вся штука, что я знаю этот район. У меня ребенок первый класс заканчивал как раз там. Я поэтому знаю этот район очень хорошо. Мне кажется, Саша просто организатор. Конечно. В этот день, ребят, ситуация в следующем, что если бы не карантин, а не коронавирус, в этот как раз, в это утро должен был быть последний звонок у 11 класса. И если бы стандартно были линейки, массовые мероприятия, и вот эти вот товарищи, бегающие рядом с... Так может, они стреляли тогда наоборот? Салют! Да. Ну, знаешь, как бы очень, ну, как бы странно все равно это... А может, родители приехали на... Отпраздновать! Конец карантина! Подождите, может, это выпускники и были? Может быть. То есть это последний звонок маскарад. Не, ну это такой, знаешь, это... Кирилл, последний звонок в прямом смысле этого слова. Не дай бог, знаешь ли, это просто очень... Мрачно. Да, очень выпал мрачно. Снег, а в Броварах вот это... А в Броварах выпало. Выпали в осадок все просто. Выпали гильзы. Да, и в осадок все. Не одними Броварами. В твоей родной Одесской области на рынке 7-й километр тоже стреляли. Это те же переехали? А, там сирийцы, да? Там сирийцы, которые... Появилось видео. Видео там сзади. Вот оно без звука. А то вам, как ворвались в магазин, люди в масках и с огнестрелами. Ну, это те же самые. Вот. Все проходило, как в лихие 90-е. Только это, к сожалению, был 20-й год. В общем, делили рынок тканей на, извините, одесском рынке. Вова, ты когда был выпускником мне в школе, ты подрабатывал на 7-м километре? Да. Расскажи. Чай, кофе, капучино, ноги. Боже, помни до сих пор, ноги. А ты не знаешь, ну, по 7-му километру, когда катят там тележки с кофе каким-нибудь, с чаем и так далее. Осторожно. Да, чтобы на ноги не наехать. Чай, кофе, капучино, ноги. Боже, тяжелое детство, Вовки. Нет, тяжелое, это когда сегодня креветка, креветулечка, черноморская вкусная. Сладкая со сгущенкой. Но на самом деле, вот мне в контексте 7-го километра очень понравился мем, который гулял. Я не знаю, там потом, если захотите, скину, можете там показать зрителям. Леон Киллер с маленькой вот этой вот Натали Портман. А куда мы теперь после Броваров? В Одессу на 7-й километр. Вот. Ну да, да. А вот сама тема: тут ткани, я не знаю, тут маршрутки. Как-то помельчало.
да, где многомиллиардные заводы. Кучно пошло. Но вот почему именно сейчас это все вызывает медийные скандалы? Ведь, в принципе, ни для кого это не удивление, что да, у нас на улице, черт возьми, стреляют. Подождите, минуточку. Каждый день. На этой неделе, то есть когда президент приезжает открывать детский садик, это не измельчали. А когда стреляют вокруг магазина ткани, это прям мелочь. Но детский садик это не туалет, как у нас там, или открывали? Или знак. Подождите. Саш, ты хотела, чтобы президент приехал что-то открыть, и там же вот эти перформансы устраивали? Конечно, люди? Ну, я просто вообще не понимаю, как мы после... Зачем в съемочной группе два раза ездили? Зачем две съемочные группы отправлять? Согласен, да. Как мы после пяти лет Порошенко вообще, который открывал все, знаешь, говорим о том, что мы измельчали. Знак на дороге. Говорим об измельчании. Так, слушайте, а когда у нас в области туалет в школе открывают? Вот. Это главная новость на сайте облдержадминистрации. Вова, приехал, приезжаешь по дому, думаешь, заходите в дверь или подождать, пока Петр Алексеевич приедет открывать, пожалуйста. Поэтому, знаете, это уже не измельчали, это уже поднимаемся, поднимаемся уже до маршрута. Нет, еще там, когда мы, допустим, там делали, говорит, трасса Одесса-Рени, 20 сантиметров, знаешь, там еще там 45 сдвинули. Это Саакашвили открывал, это его хлеб. По 20 сантиметров. По 20 сантиметров. А на самом деле получилось 10. Ну, слушайте, ну а вообще все это, все же происходит. Вы же видите, как это все. Вот у нас главный конспиролог Якубин и главный антиконспиролог Кирилл, да, значит, моя любимая новость. Почему ты Сашу вниманием обошла? А мы, а Саша вообще, Саша стратег. Саша просто главный. Саша стратег, да, Саша. Самая смешная новость этой недели, по моему мнению. Ладно, вообще, перешел, да? Так и сразу, вообще сбрил нас. Ну, кстати, да. Так как у меня планшет, поэтому тут я, как его, тут... Мыши съели почти 2700 вагонов зерна. Об этом заявил советник Авакова, обвинив грызунов в убытках на 800 миллионов гривен. В фонде госрезерва провели аудит, ну, что уже может, смешно. Может, грызунов это фамилия? И выявили крупную недостачу зерна. Рука Кремля. Обязательно уже руки. То есть 2700 вагонов зерна в дребезги. Уже почитали ученые, что для этого необходимо порядка миллиарда этих, как это называется, тушек. Грызунов? Парочек. А еще нужен Нильс, волшебная дудочка. Да. Это просто очень геномодифицированные мыши. Прожорливые. Давай по-простому. Вы же помните Нильса, который выводил, избавлял город от грызунов с волшебной дудочками. Посмотрите, кто избавил. Крысы, они куда делись? Они съели и ушли? Они сытые, довольны? Во власть попали. Они все в Штаты эмигрировали. Вы же видели эти Бэтмены там и так далее. Прибарахлились. Да. Вот поели и... Сытые Бэтмены пошли развлекаться. Они на дорожку поели. Слушай, мне кажется, что это не просто по твоей версии. Это вот в рубрику, которую нам оставил Дикий, который дикая чушь. Нам Дикий подарил рубрику. Привет Виталию Дикому. Ваша рубрика живет. Дикая чушь, да. Кстати, после этого Хатия Деканаидзе заявила, что реформа полиции окончательно провалилась. А до того это не было, ясно. Нет, ребята, мне кажется, у нас должна быть еще рубрика «Адский Степанец». Это вот это. И что-нибудь еще и про тебя придумаем обязательно. Что-нибудь придумайте. Я думаю, Деканаидзе прозрела после того, как поняла, что ее точно не вернут в команду реформаторов. И поэтому можно уже рубить по-живому. А ты думаешь, что все-таки не вернут? Посмотри, какая невинная фотография Деканаидзе. Это расфокусированный взгляд. Она провожает этот эшелон с грызунами и зерном. Это из личного архива Якубина, мне кажется. Нет уже. Молчанова все это. Говорит, по ее причинам... Кирилл, а зачем ты собирал фотографии Деканаидзе? Я все посылаю папочкам. Какие у тебя еще фотографии? Нет, у меня другой вопрос, Вова. Зачем она ему присылала фотографию с таким взглядом? Что она от тебя хотела, Кирилл? Кирилл, скажите, что я не виновата. Смотрела, как Хатико сидел на станции Мизуи. Так, ты сейчас просто задавил нас интеллектом. Проехал. Так вот, по мнению Деканаидзе, к провалу реформ привела причина в отсутствии жесткой политической воли ее завершения. То есть опять во всем виноват... Кто? Ну как кто? Отсутствие политической воли? Нет политической воли у грызунов. Грызунов, могли хоть половину оставить, они же все подчистую съели. Мне кажется, нужно срочно проводить реформу крыс. Подождите, в прошлой программе Алексей рассказывал про кабанов, которые бегали. Про кабанов, да. У нас, оказывается, грызунов и кабанов. Их два. Вот наши кандидаты.
сегодня исторический день. Кабанов, мне кажется, имеет больше шансов, потому что он Потому что он более упитанный. Кстати, можно провести дебаты грызну против кабанов. Ты хочешь сказать, что после съеденного грызуны не упитанные? Вообще не понимаю. А меня удивило вот по поводу Деканаидзе, что она как-то въехала во время карантина в Украину. И не выехала. Нет, и она там примеряла себя на должность главы таможни даже. Сейчас еще с ГУЛАДа вернется. Нет, вообще, как она въехала? Полный комплект. Собственно, судя по всему, через таможню и проехала. Ну да, это же как можно вывести Деканаидзе. Я здесь главный, теперь буду все таможки такие, ну ладно, проходи, мало ли. Нет, подожди, вагоны выехали с зерном, а она въехала. Ребята, не пустовал же вагоны. Теми же тропинками, которыми Саакашвили возвращался, просто там же уже... По проторенному пути. По проторенному, конечно. По дорожке. Не зря Саакашвили день пограничника отмечал. Я бы сказал. Снежной дороги. И она такой... Главное, что не ракетой. Ну ладно. Тоже неплохо. Есть, есть... На батуте. Как говорится, ни одной Деканаидзе. Есть покруче у нас чиновники. У нас есть министр юстиции Малюська, который опять отличился на этой неделе, но не по своей работе, а, как обычно, в Инстаграм. Я опубликовал фотографию с маки. Я не знаю, не опиумный или просто, но вот... Ну, можно я полюбуюсь? Не убирайте, пожалуйста. Да. Подержите. Это, наверное, фотография в Тиндере, знаешь, для знакомств. Будни министра юстиции. Смотрите, во-первых, поле с маками. Все-таки опиумные. Что у нас делают из мака? Булочки, крендельки, пирожки. Булочки, пирожки, версия вот есть. А кроме этого, Кирилл? На 8 мая цепляют маки. Хорошо, а кроме этого? Твоя версия. Конфеты «Красный мак» на Рошене выпускали, опять-таки. Да, между прочим. То есть там должны были две конфеты за ушами, да? И Петр Алексеевич, выглядывающий за ушей моллюски. Вообще, посмотрите, какие... На самом деле... Это дикая чушь про то, что ты понял. Не, ну, насколько я знаю, на самом деле, вот поле мака тоже так просто ты мак не вырастешь. Ну, все-таки, это такая культура... Может, министра юстиции? Он его проезжает проведывать. Подождите, может, он их собирает? Он же там меню готовил специально. Для заключенных. Может, это какие-то новые инспекции, добавочки, знаешь, кстати, добавочки. Да. Кстати, это вам вместо конфет. Продолжение. Раскрыто тебе... Снега нет, но мак есть. Чем богатый. Теперь, получается, раскрыта тема, почему такие дорогие камеры моллюски. VIP-камеры моллюски нашли своих клиентов. Два человека уже воспользовались услугами пилотного проекта в Лукьяновском СИЗО и заплатили 24 тысячи гривен каждый за месяц. Кто это? То есть, раньше нам говорил Малюська, почему так дорого? Потому что это рядом с метро, ну, Лукьяновка — это центр города, да, поэтому соответствует аренде квартиры. А теперь понятно, потому что там еще и вот... Ну, кто-то из политологов. Маки. Мак подвозят еще. Чтобы в пробках не стоять. Я тоже считаю. Мак только в VIP-камерах от Малюськи. Как для продвижения. Маковые камеры. Да. А звучит как? На соломинке, если, да? Это же маковая соломка. Хорошо. Это название для гостиницы. Хостел. Маковая соломинка, да. Маковая соломинка. Так что мы-то смеемся, а он-то предпринимательный какой стал, этот моллюска. Предприимчивый даже. И был, наверное. Вообще, Кирилл... То камеры, то декларируют. Кирилл, а кто поселился в этих камерах? Мне просто интересно. Пока не знаю. Нет информации. 24 тысячи. Что сам там пока и сам оплачивает. Нет, зависит от того, смотри, сколько комнат в тех камерах. А может, он для товарищей неплохо придерживает? На самом деле. Смотрите, все как бы на месте. Как жесток мир эти. Кабанов, грызунов и моллюсков. У нас есть квартиры, которые в худшем состоянии сдаются. Это правда. А тут еще возле метро. Ну, теоретически он мог придержать камеры для тех, кто вошел в топ-100 Forbes в Украине, который тоже этой неделе нам показал список миллиардеров, где наш горячо любимый президент, бывший, уже на второе место делит. Вместе с Пинчуком. Да. Хорошо монетизировался за время президентства. Красный мак — это, знаете ли, прибыльное дело. Конфетка, уточним. А есть там снег или нет? Кого? Снег. Будет. А снежок, есть же такая конфетка? Или нет? Не знаю. Каждого снега. А снежок, есть же такая конфета? Сказал Леша и почесал нос. И подумал, если нет, надо предложить хотя бы АВК какому-то выпустить. Или если, потому что Рошен занят. Нам же сказала... Господи, Бондаренко Кость Петрович, что главное идет как раз между Конти и Рошеном схватка. Глобальное противостояние. То есть куда там тем торговым воинам США, Китай? Нет, ну так на фоне борьбы за маршрутки, ткани, мы же видим, что...
Кстати, про Снежок. Снежок не задекларировал, а я про Вакарчука, певца депутата, говорю. А он попадал в декларации 4 автомобиля, рояль и около 3,7 миллионов гривен дохода. Но при этом почему-то там нет никаких граф о том, что он получил доход от концертной деятельности. В Минске. Вот где вот это вот непосильно нажитое... Вот это около голоса, голосом нажитое. А может, он работал за рояль, Кирилл? За рояль, которая в кустах? На котором играют, да. Да, кстати. У собственности Вакарчука рояль марки Bechstein, модель А160. Есть музыканты? Вам это о чем-то говорит? Потом какой-то ювелирный комплект, сережки, кулон, браслет, каблучка от Тиффани. В общем, кулон, браслет, сережка от Тиффани. Зачем? Ручка. А, ручка? Каблучка. Нет, каблучка. Каблучка. Ты хорошо не думаешь. Это он дружину задекларовал. Дружину. Что у него есть, да. А, кстати, а по гонорарам аж всего лишь 300 тысяч гривен за 2019 год. Ну, что-то не густо он напел. Как и вся фракция, на голос. На Верховной Раде? На Верховной Раде пел, наверное, как это называется, альтруизмом занимался. Наверное, на вольных хлебах. Волонтер. Волонтер, да. Все волонтер-активист. Все признаются. Знаете, талантливый человек, тонкой душевной организации. Посмотрев на рейтинг, с каблучкой от Тиффани. Посмотрев на рейтинги партии «Голос», так и смеяться с Вакарчука не хочется уже. Нет, я считаю, что это партия «Шепот». Что? Я уже окрестил. Партия «Шепот». Шепит. Шепит? Шепит. 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 Шепот, шепит. Главное, чтоб не шепиту. Давай, ты дальше. Вот. Молчание. А он погрузился в декларацию. Да, я просто изучал все эти незметные каблучки. Так, кстати, плохое чувство, Кирилл. Нет, это все мы подшиваем, чтобы он к малюське, чтобы он знал, откуда можно брать на платную камеру. Так вот. Клиентам. А оплата Тиффани может быть? Нет, это же кому рассылать такое приглашение. Камера. Від пусти, я не можу туди йти вже. Драки українських нардепов, раз уже взялись за нардепов. Разместили в афише Королевского театра в Бельгии. Черт возьми, тут, это была наша новость, это Кирилл! Это Паша заготовил специально. Да. Можешь засчитывать. Кирилл! Можешь засчитывать. Сейчас нам видео покажут, это надо посмотреть. Сейчас Вова будет демонстрировать гидрокостюм, если ты будешь дальше так себя вести, Кирилл. Понимаешь? Вообще. И у меня майку такие еще там новости за... Сидят они, тут ждут. Вот. Выкладывайте, что принесли. Нет, ну смотрите, ну плюс... Выкладывайте, Антон, да? Да, смотрите, плюс в том, что мы знаем, что в Бельгии смотрят заседание нашей Рады. Ну. Вот для кого работает телеканал Рада, во-первых. Как минимум. Для Бельгии. За бельгийский шоколад. А канал Рада получил... Чем-то мы отличились. Вот. Не, по линии шоколада, кстати, сотрудничество еще Петр Алексеевич устанавливал в Бельгии. Так ты думаешь, депутаты тоже мы туда отправим? Вот как это называется, по линии шоколада. Сейчас мы еще узнаем, что наши депутаты позировали для статуи «Писающий мальчик», понимаешь? Oh, это будет откровение. По линии шоколада. Периодически. Я не исключаю, что канал Рада впервые в своей истории может получить роялти за то, что использует их видео. За авторские права некоторые участники даже могут потребовать. Кстати. Так слушайте, получается, что то, что происходит в Верховной Раде, это не бардак, это искусство. Да. И высокое искусство. Художники так вижу просто. Театральное? Да. Ну, театрализация политики украинской, слушайте, нет, я это думаю, штука они узнали. В декларациях мы увидим такую графу. У нас же, помните, когда-то были там, выиграл лотерею. Снялся в бельгийском кино. Ребята, раньше гонорар бельгийский. Раньше снимались, да. Фильм. 3 миллиарда. Да, да. В голливудском, а теперь будет в бельгийском. Раньше депутаты в лотерею выигрывали, чтобы деньги как-то показывать. А теперь в кино снялся. Хорошо, но главное, чтобы не кино для взрослых. Немецкая классическая. Нет, а здесь будет классическая опера. Вот? Еще и с оперой совместили. Да. А, то есть они еще петь будут? Вакарчука как они раз. Еще, да. Они еще и поют. Они еще кстати, и танцуют. Кстати, Вакарчук вот мог бы. Кстати, так мы... Предложить. Какие вы еще новости принесли? А то сейчас скажете, что вам еще сказать не дали. Решили судьбу Вакарчука только что вообще. Мою новость вы только что прочитали. Я сейчас поищу что-то другое. Я сейчас прочитаю вашу. А сейчас Анина. Анина. Которую помог мне найти... Владимир Полуев, собственно говоря. Что знаете, это, ну, он специалист по этим новостям о проклятых куклах. Или даже проклятых. Девушка купила проклятую куклу, не послушавшись предостережений Твиттера. Прошел год. Твиттера. Как вы думаете, что случилось с этой девушкой? Что было дальше? Ваша версия. Она превратилась в куклу. Каждый по версии.
Ничего не произошло. Продала куклу. Зафиксировали. Она стала похожа на куклу. Хорошая версия. Ну и версия Кирилла Молчанова. Она теперь сходит вместе с этой куклой гулять. Играть с куклой. Какие-нибудь там иголочки вставляют. А это была кукла Трампа. Самый добрый человек, она ходит с этой куклой гулять, Кирилл. Вот, знаешь, вот я бы была куклой, хотела бы, да, все-таки же, гулять со мной ходили. Да, я почему возле него села? Чувствуется доброта в глазах. Это потому, что у меня планшет. Я захватил власть. А я все время думаю об этой кукле. Ее лицо стоит у меня перед глазами, написала девушка под ником Нерди Виксен. Но она решила не забыть об игрушке, как о страшном сне, забрала ее домой. И через год с этой девушкой ничего не случилось. Александра Решмедилова! Побеждаем! В битве экстрасенсов ты побеждаешь. Вот она, женская интуиция. Я пишу эти новости просто. А почему Твиттер ей писал, что это какая-то проклятая кукла? Вообще, а ты посмотри на эту куклу. Так, подождите. Пускай свой телефон по рукам. Начинаем с Кирилла. У него самое доброе. Он со мной гулять все-таки. Добрая кукла. Она очень позитивная, да. Да, милая такая. Красоточка. Ладно. Я как это? Кукла для рептилоидов. Ладно, мы потом покажем. Кукла Маша, кукла Даша. Кстати, просто дети стали старше, это правда. Продолжаем серию новостей из Зазеркалья. Фантастическая новость. Я вот специально нашел в режиме форсажа. Давай. Воры не вынесли запрета на алкоголь и прорыли тоннель в винный магазин. Во время карантина. В южноафриканском городе Йоханнесбург воры прорыли тоннель в закрытый из-за карантина по коронавирусу винный магазин и похитили значительное количество алкоголя. Кражу заметили накануне снятия двухмесячного запрета на продажу спиртных напитков. Сотрудница магазина, пришедшая готовить его к открытию, обнаружила проделанный в полу ход. Как выяснилось, злоумышленники прошли по подземным коммуникациям для электрокабелей и отвода дождевой воды. Затем пробили бетонный пол и поднялись в торговый зал. Сколько на что готовы люди, да? Ради того, чтобы бухнуть банально? Вы понимаете вообще? Причем они несколько раз возвращались в магазин и вынесли запасы водки, виски, бренди, сидра и пива на 300 тысяч рендов. Ну, это там в районе 600 тысяч гривен. Начали с водки, это точно рука Кремля. Вот так вот, сурово, ребята. Да. Главное, откуда у них вся вот эта вот иммуниция? Откуда у них столько здоровья? Просто только здоровье. Пробить бетон, это же надо какие-то специальные... У нас новости... Про водку и про коронавирус. Это попозже. А почему ты на Кирилла в этот момент смотришь? Потому что, когда Кирилл будет со мной гулять, он мне будет еще и наливать. Понял, Кирилл? Как-то просто... Не очень рад. Делиться придется. Просто так прогуляться не выйдет. А Кирилл так аж прям... Райдер сразу пиши. У меня тут новости про Саакашвили, а тут прогулять. Новости фантастики. Саакашвили решил бесплатно внедрять реформы в Украине. Такой вывод. Гулять-то гулять, продолжаем тему. Такой вывод можно сделать из ответа Государственного управления делами, где обозначается, что члены Нацсовета реформ принимают участие в его работе на общественных началах. Соответственно, безвозмездно, то есть даром. Видишь, Саакашвили бесплатно внедряет реформы, а ты без водки гулять не хочешь. А он со мной гулять не хочет, чтобы водкой делиться. Понимаешь, я бы так сказала. Ты не смейся, Кирилл, не смейся. Ты готовься. А за счет чего живет Саакашвили? Он такой альтруист, дышит воздухом. Святым духом, да, питается. Снегом. Как мы выяснили. Впитывает лучи солнца и так производит. И фотосинтез. Про наеды. Это же люди не путать ни с чем другим. Знаешь, как это, как Борис, как у нас на радио когда-то работал, по фамилии Ракоед на радиопромень, да, и он прощался так, звоны был Борис Ракоед, ну, собственно говоря, еще плохого не подумайте, я о солнцееда. У нас снегоеды разве что могут быть тогда. Да, у нас снегоеды. Да, можно после этого снегоуборочную технику не покупать, просто выпустил снегоедов. Нюхайте! Да, кстати, деньги, что списали, все равно в КМДА этой зимой на уборку снега. А, на следующую зиму. Которого не было. Ну, он был, но почему не было? Снег был, мне кажется, это действительно докинули просто из КМДА. Говорит, вы снег, вот вам. Так кто хотел новости? Под выборы, Саша, под выборы. И отопление. Мы его убрали сразу, да. Кто хотел новости про коронавирус? Мы хотели, в Индии обезьяны напали на медика и похитили анализы на коронавирус. Боже. Стая обезьян в индийском штате Утар-Прадеш напали на врача
и похитили из лаборатории образцы крови людей, у которых обнаружен коронавирус. Мне кажется, это был сейчас приквел к «Планете обезьян». Какой-то, это Саакашвили, который реформы проводит. Зачем обезьянам кровь? Обезьяны против летучих мышей. И что они с ней будут делать? Так что? Кровянку, что ли? Господи! Нет, это адский степанец. Все нормально. Кровянка. От индийских обезьян. Тут раз вам нравится индийский кинематограф. В Индии голубя-шпиона 3 года продержали в тюрьме. Боже, какие правоохранители. Так вот они камеры малюськи для кого? Главное, потом выпустили все-таки. Ну так... Нет, самое главное, он, получается, 3 года нормально жил? Просто раньше голубь был с оливковой ветвью в зубах, а теперь был с маком. Не-не, просто наступила диджитализация, и почтовые голуби стали уже бесполезны. Поэтому его да. Переслали электронной правоохранители почтой. Индии освободили из 3-годичного заключения голубя, которого подозревали в шпионаже на Пакистан. Боже. Ой-ой-ой. Доказательная база рассыпалась, что произошло? Да, когда его поймали, на его лапе обнаружили бирку с цифрами. А вы не думаете, что может вот этот вот вагон зерна, состав вот этот, который, это не мыши съели, это голуби, и вот поэтому его посадили, 3 года отмотал. Нет, на самом деле мыши, но там просто не договаривают, откуда мыши были засланы. Мышей послали голуби. Не, но получается, что голубь за 3 года, по мнению, по версии Индии, значит, он перевоспитался. Перевербовали. Он осознал, что работает на Пакистан. И больше не гадит на памятники? Может, он гадил на памятники? Нет, он больше не гадит на индийские памятники. Еще один наш кандидат, да? Еще один кандидат у нас это грызунов, кабанов. И голубев. Голубев. Все, вот и 3 кандидата наши. Просто голубь. Голубь. Просто наш сейчас это был такой вот шах и мат. После этого надо обязательно сходить в зоопарк и проверить их всех. Вообще, кровянка с голубцом. Все хорошо. Наш завтрак субботний. Это ты, Кирилл, продолжаешь называть райдер, да? Водка была. Водка, кровянка, голубцы. Хорошая закусь мне нужна просто. Че ты, Кирилл, радуешься? Да. А как же ЗОЖ? Все, Кирилл, уже не отмажешься. Понятно. Что-то опять я радостный. Что вам еще веселое прочитать, да? Понятно. Заготовочки свои домашние. Заготовочки. Трамп подписал указ о лишении соцсетей правовой защиты от действий пользователей. Как нам теперь твитить, фейсбучить? Ты думаешь, из-за этого люди перестанут фейсбучить? Как Трампа теперь твитить? Наконец-то исцелимся от зависимости. Трампа же могут удалить из Твиттера аккаунт. Он уже там всех достал. Ну, ты закрой Твиттер тогда. Так а что будет Твиттер делать без Трампа? Переедет это как во Францию. Во Францию переедет. Падение сразу. Между прочим, у Твиттера же тоже логотип птичка. Так это тот голубь. Улетит. Может, это этот голубь, который заслал. Кстати, Трамп может... Голубь отсидел за Твиттер? Твиттер может попытаться обучить Байдена написать в Твиттер, если получится. А мой голубь все закрыли. Это как да. Там это... Голуби летят над нашей зоной. Это оно. Индийская песня. Нет, вот оно как раз. Одесское лето. Потому что, да, единственная радиостанция — это шансон. В общем, Вова, слушай шансончик, голуби летят. А как, Вова, можешь нам напеть чуть-чуть? Нет. Только это... когда будет вести маршрутку, знаешь, этот петь там автоматическая функция. Не дает Саша вообще. Маша еще есть, ты стреляй глазами дальше. Аня, специально для тебя новость. Суд в Германии отменил алкогольный запрет для борьбы с коронавирусом. Суд Германии мне уже нравится. Отменил алкогольный запрет для борьбы с коронавирусом. По мнению суда, ни продажа, ни употребление алкоголя не привели к немедленно к распространению болезни. Поэтому... Да, по мнению суда, который, возможно, был ангажирован. Суд выпил. Можно уже не воровать. Там, наверное, судья уже просто не мог выдержать. Вот он вам, суд в Дюссельдорфе. Суд пояснил, что алкогольный запрет не годится для обуздания коронавирусной инфекции. Просто судья не мог выдержать, я так понимаю. Уже просто... Трубы горят, ребята. Все, уже невозможно. Говорит, Меркель-то можно идти на самоизоляцию свинишкам, да? Почему остальным нельзя? Вот в чем несправедливость это? Ну, должны же быть хоть какие-то привилегии у Меркель-то. Тренд? Меркель задает, могла же с пивом уходить в Октоберфест. Прям, знаешь, так из марта. Октоберфест же отменили в этом году. С марта прям в октябрь, знаешь, ушла так. Как лето такое, как незаконно. Со шнапсом могла бы хоть. Она так интеллигентна, свинишка. Ну, знаешь, начинается свинишка. А что там у нее еще в холодильничке, никто же не знает. Летящая походка. Ага, может, это у нее туннель в алкогольный магазин. Там и она...
Я думаю, что алкоголь и провод какой-то. Не понимаете? Нет, это алкогольный бункер. Вот ты какой северный поток. Смотри, еще более концептуальный подход у Кирилла. Копать, а сейчас трубу провести. И потом кран открыл дома на кухне. Северный поток. Есть горячая вода, есть холодная, здесь пиво, вино. Цветочек, алик. Белая, красная. Не, ну может быть просто. А, это Макс. Может быть, у них просто в семье разделение труда. Меркель покупает вино, а ее муж покупает, например, пиво или там какие-то другие. А продукты кто покупает в этой семье? Никто. Слушай, ладно. Мне нравится такое распределение обязанностей в семье. А ты покупаешь вино, ты пиво. Все. Потому что журналисты фотографируют Меркель, а что, а как бы ее муж, ну так. Ну, у нас там есть добрая новость. У нас есть добрая новость. Закарпатская инстабабушка, вот уже звучит. Есть там бабушка, которая очень много в Инстаграм. Села за штурвал самолета. И это мое видеоподтверждение. Минуточку. Которое мы сейчас увидим. Это во время карантина она да. села? Да, вот бабушка. О, это не Елизавета? Такая суровая нет, бабушка. Нет, нет, нет. Сейчас я вам скажу, сколько ей лет. Похоже, так со спины, кстати. Инстабабушка? Да, о-о-о. Она очень известная. С ума сойти. Я не 90... Бабушке 90 лет. Потрясающе. Живет в Тячевском районе Закарпатской области. Вот. Слушай, это просто только восхищение просто... человеком. Да, да. Нет. Наши аплодисменты. Нет, а просто вопрос, а куда она летела? Вот куда она летела? За пенсией. Ближайший населенный пункт. После реформы децентрализации до пенсионного фонда на километр 90. Вот как я хочу, чтобы выглядела моя старость. Вы понимаете? Это же просто мечта. Это же, во-первых, это... Красиво. Именно. Это красиво, и вот она летящая походка. А косыночка это... Платочек вообще. Супер. Огонь. Огонь. Нет, вот. Главное, смотри, бесстрашно, абсолютно так уверенно. Закарпатье. Закарпатье, да. Анечка, а чего в 90 лет уже бояться? Ну, согласна, в принципе, да, что терять-то уже, тем более, ну да. Так, вы все заготовочки свои домашние принесли, сказали, рассказали, или еще какие-то новости у вас есть? Анечка, вставай, стишок рассказывай. Да, Анечка, давай. На стульчик, с выражением. Не, ну просто, знаешь, это же вообще... Вова отказался петь, а Анечка стишок рассказывает. Вова отказался петь, да, Вова отказался петь. Я не пою, Кирилл отказался кормить и гулять. Какие стишки, друзья, только Бродского вспоминать, в депресснике сидя. Ходи из комнаты. Да, 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 Бродского да. Какого? Иосифа или Михаила? Обоих. Обоих? Это шутка дня вообще, кстати, была. Кстати. Да, Михаил Бродский. Ну, а да. Еще был Бродский, который построил Киеве синагогу и вот Бессарабку. Ладно. Между прочим. Сейчас есть не Бродский, есть Климки у нас еще. Вот это ты сравнил. То есть, вроде его как бы и год нет, но он все равно иногда возвращается в медиа и отжигает. Так вот, Климкин заявил на неделе о том, что мир стоит на пороге Третьей мировой войны. Боже. По словам экс-министра, внешняя ситуация в мире ему напоминает 1913 год. Ну, это как вспоминает в детстве, наверное. Ему напоминает. Ну, почему? Вот. Молодость просто. Нет, а помните? Бурную. Бутанская речь отдыхает, мне кажется. Нет, а помните, в Советском Союзе все любили сравнивать с показателем 1913 года? Ага. Мне кажется, вот Климкин в процессе декоммунизации, он все равно продолжает все сравнивать с 1913 годом. Ну, вот как бы, ну вот. Какой критерий? 1913 год. По принципу, в молодости небо ярче было, вот. И солнце лучше светило. Вот. И колбаса дешевле. И пиджачок его застегивался. Пиджачок, да. И Петр Алексеевич был красивее. Вот. Нет, да. Кстати, он и сейчас по каким-то причинам тоже такой стал. Красивый. Меньше. А, в объеме, Петр Алексеевич. Ну, знаешь, в Форбсе больше, внешне меньше. Да, Кирилл, а что ты хотел? А, то есть, где-то прибывает, где-то убывает. Обложка Форбс его растягивает. Да. То, почему такой злой был? Просто кадр добавляет. Ему и в Форбсе не было. А теперь... Ну, да. Что там еще? Российские вирусологи не исключили, что вакцина от COVID-19 будет не в виде уколов, а в виде капель для носа. Уколов это не фамилия, попрошу. Уколов, как это? По-медицински это называется... Инъекция. Вот, вот это слово. Самое интересное, как Кирилл показал. Инъекция. Ты точно то имеешь в виду под инъекцией, Кирилл? Нет, по-медицински. А не по-медицински, как Кирилл? А не по-медицински снимайте штанишки. Вот так можно перевести фамилию уколов. На медицинский манер. Вот. Анечка, мне кажется, опасно с ними идти пить водку. Опасность. О, кстати, опасность. Новость опасность. Алексея. Рубрика, да. Алексей, так уже завершая нашу программу. Вот, выгоняйте уже? Не. А вам это... понравилось? Хотите остаться? На продленочку. Ну, знаешь, здесь за сколько студию сдаете? Дешевле, чем веб-камеру? Малюськи? Договоримся. Вова, хорошая альтернатива всегда, знаешь.
Ну, так что там? Так, завершение-то. Новость Алексея он присылал. В Австрии разместят полицейский участок в доме, где появился на свет Адольф Гитлер. Как вот. Вам такое? Вы точно как тебе такое, Илон Маск? Понятно, уже о Гитлере пошли. То есть Климкин таки был пророком. 12-й год. Мы просто новости подбираем, чтобы их как-то группировать. А вот вообще сам по себе идея, что вот сделать там полицейский участок, чтобы сторонники Гитлера, которые приходят, они не как бы сразу так... Чтобы их сразу поковали. Заходите, заходите. Тут готова камера Малюськи, да? Кстати, 100 евро. Причем, пончики и камера. В этой вип-камере обязательно должен быть мольберт. Ну, конечно. Чтобы порисовать. Да, обязательно. Сначала обидеться, а потом порисовать. Да. Конечно. Все, на этом наши прекрасные посиделки будут. Давайте не на Гитлере, начнем. Кирилл, прошли еще какую-то новость. У меня есть напоследок позитивная, добрая позитивная новость. В Норвегии пара под полом собственной спальни нашла могилу викингов. Обнаружили археологический артефакт. Пара. Предположительно, находки более 1000 лет. Так что видите... А почему они там копались? А вот... Увлеклись. Очнулись уже пол раздолбан. Ну, написано артефакт. Что это была за пара? Пара, фамилии после этого не хочет озвучивать в прессе. Надеюсь, что им оставят хоть что-то с этих артефактов. В общем, косточку. Верно. Вот такие у нас позитивные были новости. Будем благодарить наших гостей. Спасибо вам. Спасибо за прекрасную беседу. Чаще. Сегодня с нами были неповторимые, блестящие, незабываемые ведущие. Владимир Балуев и Анна Степанец. До следующей субботы. А вы подписывайтесь на три кандидата. Спасибо.